Продолжение. Отдохнув в небольшой комнатке и разложив вещи, отсортировав то, что мне нужно, и не совсем, пройдясь немного по дому в поисках полезного, я наконец-то вышел на улицу. На улице шел дождь, создавала грустную атмосферу вокруг. Но это вовсе не было проблемой. Ведь все так и было. Чего может быть радостного в том, что сейчас происходит? Зомби-апокалипсис. Кругом зараженные ходят. Припасы на исходе. Хаос и ужас воцарил. И самое вопиющее то, что я совсем один в этом мире. Можно было бы все закончить сейчас, приставив пистолет к виску, пустив курок. Но можно еще повеселиться, выпустив еще не один десяток пуль. Пустые головы. Thank you.